А теперь к другим темам. Более 1000 человек со всех районов Кубани приняли участие в расширенном заседании антинаркотической комиссии Краснодарского края под председательством вице-губернатора Николая Долуды. Заседание прошло в режиме видеоконференции. В студии Славянского района в расширенном совещании участвовали все члены районной антинаркотической комиссии, в составе которой представители местной власти, специалисты здравоохранения, образования, культуры, молодежи, правоохранители, казаки и журналисты. Николай Долуда подвел итоги деятельности антинаркотических комиссий за 8 месяцев 2017 года. Есть изменения к лучшему. По официальной статистике, количество потребителей наркотиков по краю сократилось более чем на 2000 и сейчас не превышает 11 тысяч человек. Вместе с тем, в ряде муниципалитетов есть недоработки. Особое внимание, подчеркнул вице-губернатор, надо уделить профилактической работе с несовершеннолетними. Необходимо усилить роль средств массовой информации по пропаганде здорового образа жизни и освещению проблем наркомании. После завершения видеоселектора антинаркотическая комиссия Славянского района под председательством главы муниципалитета Романа Синеговского продолжила обсуждение вопросов борьбы с наркоманией. «Эта борьба должна быть бескомпромиссной и ежедневной», подчеркнул, обращаясь к собравшимся, глава района. Жизнь и здоровье детей – это самое важное, и чтобы их сохранить, необходимо объединение усилий всех заинтересованных служб. Эти мысли красной линией прошли через обсуждение. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».